Добрый день, уважаемые любители хоккея на траве. Рад приветствовать вас в Казани на стадионе «Центр хоккея на траве» на очередном матче российской суперлиги среди женских команд. Сегодня встречаются команды «Динамо Гибрани» «Авиапром Казань» и команда «Метрострой» город Санкт-Петербург. Все готово к началу сегодняшнего матча. Команда готовится к стартовому свистку, а я пока представлю составы команд. Начну с гостей. Команда «Метрострой» город Санкт-Петербург. Номер 2 – Олеся Кирьянова. Номер 14 – Кристина Имранова. Номер 5 – Анастасия Мокот. Номер 7 – Татьяна Кривопалова. Номер 9 – Ракель Хуэртес. Номер 10 – Марина Федорова. Номер 12 – Виктория Грищенко. Номер 14 – Екатерина Анспирович. Номер 15 – капитан команды Олеся Петрова. Номер 16 – Елизавета Дианова. Номер 18 – Анастасия Кузнецова. Номер 20 – Анна Пахотнова. Номер 22 – Анастасия Ревякина. Номер 30 – Ольга Шинцова. И номер 32 – Надежда Чугурдаева. Главный тренер команды – Алексей Бойцов. Команда «Динамо Гибрани» – «Авиапром» – «Казань». Номер 2 – Татьяна Ласточкина. Номер 3 – капитан команды – Анастасия Калашникова. Номер 7 – Аида Хубатуллина. Номер 8 – Наталья Прыкова. Номер 9 – Кристина Ермолаева. Номер 10 – Камила Анварова. Номер 11 – Екатерина Шабурова. Номер 12 – Даяна Юшкова. Номер 15 – Олеся Булхова. Номер 17 – Елена Кириллова. Номер 18 – Наталья Милкова. Номер 20 – Юлия Ашурова. Номер 23 – Тамара Иванова. Номер 25 – Карина Могилева. И номер 30 – Мария Малахова. Главный тренер команды – Сергей Чернов. Итак, матч стартовал. Отмечу, что команда «Динамо Гибрани» – «Авиапром» слева от нас в белой форме. Команда «Метрострой» справа в розовых футболках и синих юбках. Итак, мяч пока у команды «Метрострой». Шинцова разыгрывает мяч. Чугурдаева. И по центру пока развивается атака. Вот вперед на правый фланг. И потери быстро наши девчонки мяч этот разыгрывают. Ануару передача назад. И вот хороший перевод на правый фланг на Татьяну Ласточкину. Здесь много свободного пространства. Можете спокойно идти вперед. Ашурова, отличная передача. На левый фланг догонит. Наш нападающий мяч догнала. И вот можно простреливать в круг удара. Прострел, но очень высокий. Получился прострел. Подскочил мяч перед клюшкой. И мяч переходит к команде соперниц. Сегодня должен быть очень интересный захватывающий матч, потому что соперники идут очень близко в турнирной таблице. Команда «Метрострой» пока на втором месте. У них 13 очков. А команды «Динамо», «Гибрани», «Авиапром», «Казань» 8 очков. Они на третьем месте, но у них 2 игры в запасе еще есть. То есть вот в этих сегодняшней, в завтрашней встрече команда из «Казани» может обогнать своих конкуренток за второе место. Посмотрим, чем закончатся эти игры. Пока с мячом хоккеистки Санкт-Петербурга и фолит Юлия Ашурова. Но быстро поднимается. Это Ракель Хуэртес, и игра продолжается. Чугурдаева. Вперед налево. И снова. Снова Чугурдаева, пока никуда не торопится соперницы. Думаю, первые минут 10 пока будут присматриваться друг к другу. Ну вот сейчас сильная передача вперед, в круг удара, и Хуэртес немного не дотянулась до этого мяча, к счастью для нас, и мяч переходит снова к кистам Казани. Так, Иванова с мячом. И тоже так же, как и команда из Петербурга, спокойно пока катают мяч ближе к своей половине. Никуда не торопится. Ну и это правильно. Нужно разбежаться. Играть от ошибок соперника. И стараться реализовать свои моменты. Вот так сейчас по центру прорываются наши хоккеистки. Это Калашникова. Хорошая передача вперед. Но, к сожалению, Аида Хубатуллина не смогла поймать этот мяч. Мяч снова подскочил и перелетел через клюшку наш нападающий. Очень обидно. Неплохая была атака. По центру она
развивалась очень быстро. Жаль, что не смогли завершить ее. Так вот сейчас чуть не ошибается Ольга Шенцова на своей половине. Но все-таки успела догнать этот мяч и не дала ему уйти за боковую линию. Чугурдаева. Что придумает сейчас? Это очень сильный пас вперед на правый фланг, но снова. Снова это очень сильно и не точно. Сейчас в Казани светит солнце, хотя вот весь день почти лил дождь. К счастью, вот разгулялись тучи перед этим матчем. И сейчас очень комфортная погода, не жарко. Дует легкий ветерок. Думаю, что очень удобно при такой погоде играть хоккеисткам и показывать все, на что они способны. Вот свистит судья. Я не представил судей сегодняшней встречи. Инспектор матча Позднякова Антонина Афанасьевна. Судьи в поле Ирина Пискунова и Дмитрий Жабин. Так, в атаке команда Метростроя. Сейчас опасный перевод на правый фланг. Входит Фуркудар, обыгрывает нашу защитницу. И вот сейчас нужно быть очень внимательным. Мяч залетает в ворота, что показывает судья, к сожалению, гол. Такая вот вроде бы несуразная атака. Вроде уже потеряли мяч хоккеистки Метростроя, но, к сожалению, мяч дошел до Имрановой и мяч в воротах. Гости открыли счет 0-1. А гол в итоге забила Олеся Кирьянова. Имранова там в штрафной, в круге удара зацепил за мяч. И сделал пас на Кирьянову. И очень быстрый гол, к сожалению, забили команды Санкт-Петербурга. Ну вот сразу же ответ. Может, хочет получиться хорошая передача в круг удара. И, к сожалению, не точно. Анастасия Калашникова не успевает к этому мячу. На 6-й минуте уже был забит этот мяч. Очень обидно, вроде ничто не предвещало вот такого начала. Пока до этого момента ничего не получалось у хоккеисток Метростроя, но вот одна атака, вот одна ошибка и сразу же гол. Ну что ж, время еще вполне достаточно, нужно отыгрываться и забивать свои мячи. Ласточкина. Длинный перевод направо. И пока мяч останется у хоккеисток Казани. Снова с мячом Ласточкина. Не нужно расслабляться. Хоккеистки Санкт-Петербурга сразу же вступают в отбор. Очень быстро. И не дают спокойно поднять голову. Кириллова, Ласточкина, прострел и мяч в ногу вроде бы попадает, да, мяч попал в ногу и снова атаковать будет команда Метрострой. В последних матчах в Казани Динамо, Гиприне, Авиапром принимали ЦСП Крылатская, было 9 и 10 мая. Первую встречу команды завершили со счетом 1-3 в пользу хоккеисток Москвы, а во второй разошлись миром, счет был 2-2. Вот сейчас вот может получиться опасная атака у Федоровой, но потеря мяча тут же последовала. А в последнем туре, продолжу свою мысль, в последнем туре команда из Казани играл в Волгодонске с Данчанкой. И там первую игру у наших киевских проиграли 2-1, а второй одержали победу 0-1. Очень напряженно были две игры. И в итоге по сумме двух встреч команды разошлись миром. Так вот сейчас по правому флангу развивается наша атака. Но, к сожалению, пас в центр и потеря последовала. Сейчас вот здесь нужно быть внимательным.
Глухой переводит на Иванову. И сильный пас вперед, туда ближе к кругу удара, очень технично. Это была Надежда Чугурдаева, в воздухе отбила этот мяч и не дала развиться нашей атаке. Сейчас снова Иванова, хороший перевод на правый фланг, Ласточкина может бороть, прострелить. Наследует прострел, но в клюшку защитница мяч, к сожалению, попал. Но Ласточкина все еще с мячом. И зарабатывает нарушение правил. Так, Ласточкина. Дальше вперед направо. Входит в круг удара, прострел. И снова защитницы очень внимательно играют. Тамара Иванова. Еще один такой дальний прострел по центру, но не получилось. Вот пока вот очередной прострел следует, пока больше вот пытаются такими передачами длинными войти в круг удара, нежели проходом. И, к сожалению, пока не получается. Вот сейчас атака по правому флангу очень опасно развивается у метростроя. Амкирьянова, передача в центр. И хорошо, что успели наши в защиту. Последовал перехват. А на первой стадии выходили 3-1. Гости. Хорошо, что не сумели реализовать эту хорошую контратаку. Сейчас хороший пас налево. И, к сожалению, хоккеистка Казань упускает мяч. Не получилось обработать. Ну что ж, нужно быть внимательным, потому что передача была не сильная. В таких простых ситуациях нельзя терять мячи, нельзя давать лишний шанс атаковать нашим соперницам. Хороший перехват Булхова. И сразу же снова сильный пас вперед. Вот сейчас может что-то получиться, но, к сожалению, у Анваровой забрали этот мяч. Так, Ашурова налево. Передавал мяч и снова потеря. Но вот пока видно, что стараются хоккеистский «Динамо», «Гиперни» и «Авиапром» идти в атаку. В принципе, идут очень уверенно, но, к сожалению, пока натыкаются на хорошую защиту команды «Метростроя». Сейчас Имранова на левом фланге атакует. Дальше. Вот может сейчас войти в круг удар. Да, входит в круг удар. Прострел очень опасный. Передача, ну, нам нужно выбить скорее мяч. И что показывает себя? Показывает, что малый угловой будет первый в этом матче. Ну, вот видите, снова вроде бы хоккеистки Казани были в атаке, но перехват. И по левому флангу быстро Марина Федорова прорвалась, вошла в круг удар, прострелила, и мяч в итоге в ногу попал защитницам Казани. И первый малый угловой. Ольга Шинцова идет его подавать. Нужно сейчас внимательно, конечно, очень быть. Нельзя допустить, чтобы счет стал 0-2 в пользу гостей. Так, подача. Очень опасный бросок, и в штангу мяч попадает. Вот это да, Хуэрта сбила очень сильно. И только штанга преградила путь мячу. В этот момент, а сейчас тут выход 1-1. Опасно, очень нужно бить уже. Кириллова. Бросок. И еще раз можно попробовать бросить. Да, и снова бросок. Но, к сожалению, защитница спасла ворот. Но мяч попал в ногу и будет малоугловой уже у хоккеиста Казани. Ну что ж, Елена Кириллова не смогла, к сожалению, реализовать выход 1-1. Там очень грамотно вратарь сыграла Анна Пахотнова. Но не стоит расстраиваться, нужно реализовать малый угловой. Юля Ашурова будет подавать. Так, подача. Кирилл хорошо останавливает мяч, бросок. И, к сожалению, снова это... Прям этот мяч угодил прямо в защитницу.
Но мяч пока останется у Казани. Вот обменялись опасными малыми угловыми команды. Но, к сожалению, счет пока остался прежним. 0-1. Ашурова. Передача назад на Ласточкину. Иванова. И вот хорошо дальше налево. Сильный прострел. И это прострел за лицевую линию. Никто из наших нападающих не откликнулся на эту передачу. Хорошая игра, очень интересная. Много времени команда проводит в атаке. Уже было несколько очень хороших опасных моментов. Игра, если честно, смотрится на одном дыхании. Вот уже прошло целых 15 минут. Так, сейчас Дианова по центру прорывается. И мяч попал в ногу. Кому? Да, мяч попал в ногу как раз Диановой. И Тамара Иванова сейчас будет разыгрывать мяч со своей половины поля. Ашурова. Хорошая передача сейчас налево. Здесь нужно быть аккуратным. Снова Ашурова. И Иванова. Иванова смотрит, куда может сделать заброс. Но, вот, к сожалению, мяч сошел с клюшки. Не получился заброс. И потеря последовала. Шумцова. Чугурдаева. Снова направо. И вот такая островная передача сейчас была в центр. И, к сожалению, там не поняли друг друга партнера. Сейчас Кириллу снова в нападении. Можно дать пас. Пас вроде бы хороший был Анастасию Калашникову, но она немножко не дотянулась. Очередная хорошая атака команды из Казани, но не удается пока реализовать эти моменты. Так, передача налево. И ушел мяч, да, за боковую линию. Хубатуллина сразу же завладел мячом, но ждет, пока кто-нибудь другой разыграет этот мяч. Она пошла в нападение. Так вот, сейчас на правом фланге неплохо вроде атакует наша хоккеистка. И мяч, да, все-таки в ногу попал. И там Анастасия Калашникова сейчас будет разыгрывать мяч. Так, Шабурова с мячом. Нужно попробовать вот заходить в круг удара и, может, играть в ногу соперницы. Но наши хоккеистки пока вот около круга удара все пасуются, передают друг другу мяч, а опасных моментов из этого не возникает. Сейчас хороший пас, вот сильный вперед, но здесь Ласточкина внимательно должна сыграть. Да, неплохо, но эта передача была прям соперницы на ход. Хорошо, что передача у Имрановой не получилась. И ничего из этой контратаки не вышло. У команды Метростроя последние матчи были у себя дома. В Санкт-Петербурге они принимали датчанку. И там в первом матче уверенно победили 3-0. А во втором сыграли в ничью 2-2. Вот сейчас хороший перехват Хубатуллина. На правый фланг смещается. Что дальше будет делать? Неплохой пас. Здесь Шабурова. И что показывает судья? Давайте посмотрим. На штрафную нужно разыграть мяч. Ашурова. Хорошая сейчас была передача на Милкова, но дальше потеря. И вот сразу вот Кирилл там включается в отбор на чужой половине. И это приносит свои результаты. Перехват. Можно снова позиционно атаковать. Иванова.
Ашурова. Вот сейчас хорошая передача Калашниковой. И вот пока снова все вокруг да около ходит, не могут пройти оборонительную линию. Но вот может сейчас получится. Милкова. Передача в круг удара. Кириллова. И снова выбивают мяч наши гости. Но снова перехват. И потеря, к сожалению. Очень-очень стараются киски Казани. Прессингуют, перехватывают мячи, но пока в позиционных атаках мало что получается, к сожалению. Защита пока что лучше нападения. Вот Ашурова. Передача вперед на Хубатуллину. И нарушение правил, да, в спину немножко подтолкнуло. Лашенцов, если я не ошибаюсь. И вот сейчас может получиться опасная атака. Шабурова. Это был бросок верхом под перекладину, но пролетело немного выше ворот, к сожалению. И Чагурдаева начинает свою атаку. Пока пас направо на своей половине. Шенцова сильно вперед и не смогла принять мяч Екатерина Ацеперович. И смотрите, почти всей команды идут прессинговать. Метрострой вот выстрелил сейчас на чужой половине. И Тамара Иванова только так. И придется выбивать этот мяч забросом. И, к сожалению, потеря. Так, Шенцова вот сейчас неплохую передачу сделала вперед. И мяч побывал сейчас в воротах у наших хоккеисток. Но, конечно, такой удар со своей половины не засчитан. Иванова. Хорош перевес вперед на Шабурова. Она в нападении переводит на Калашникова. Сейчас может получиться атака по центру. Снова защитницы успели вернуться. И потеря. Вот сейчас нужно вернуться в защиту. На левом фланге получает мяч Анспирович. И потеря. Шабурова. Можно направо делать передачу. Да, на Хубатуллину. Хубатуллина. Бросок. И вратарь Анна Пахнова отбивает этот мяч. Ну вот снова хорошая контратака. Именно контратака. Позиционно пока у наших не получается. А контратаки очень опасные. Надеюсь, что одна из них все-таки рано или поздно закончится взятием ворот. Вот сейчас Ревякина в центре поля. Обыгрывает двух наших хоккеисток. И сильная передача в круг удара. Нужно выбивать этот мяч Булхова. К сожалению, поскальзывается, падает, потеря. И уже там была готова принимать этот мяч и бить Марина Федорова. Но перехват сделали все-таки наши защитницы. И не дали бросить по воротам Марии Малаховой. Сегодня она занимает место в воротах. Так, что показывает судья. Мяч попал в ногу. И так продолжается. Хороший сейчас перевод налево. И, к сожалению, не получилось у нашей защитницы перехватить. Очень опасный сейчас передача, опасный круг удара. И там, если я не ошибаюсь, Наталья Милкова спасает ворота. Очень опасно сейчас было. Прострел такой вдоль линии ворот получился. К счастью, ничем опасным он не закончился. Вот хороший очень перехват Анварова. Мчится вперед на всех парах, но, к сожалению, немножко далеко отпускает мяч.
Итак, Кирьянова. Сильная передача направо. Но Федорова не смогла обработать этот мяч. И мяч укатился за лицевую линию. Иванова. И мяч в ногу попадает. Ну, снова, видите, очень высоко прессингуют. Команда Метростроя. Очень тяжело выйти даже из своей зоны, но если выйти получается, то там уже свободная зона образуется, и можно организовать контратаку. Вот сейчас может получиться Булхова. Хорошая передача на Кириллову, и немножко не дотягивается, к сожалению, Елена Кириллова до этого мяча. Передача была очень остроумная. Если бы Кириллова достала этот мяч, то очень опасная была бы атака. А тем временем до конца первого тайма остается 10 минут. Счет, напомню, 0-1 в пользу команды «Метрострой» из города Санкт-Петербурга. Так, Шабурова вот сейчас, можно сказать, напролом полезла на двух игроков команды «Метростроя». И те нарушили правила штрафной. Но сейчас, к сожалению, Шабурова не точно сыграла. И снова потеря. Сейчас чуть не потерял мяч Ракель Хуэртас, но не получилось его переходить. А вот сейчас может получиться атака. Падает наша нападающая. И что показывает судья? То, что все-таки Аида Хубатуллина нарушала правила, а не против нее. Так, Дианова. Хорошая сейчас была передача вперед, но не успела догнать этот мяч Марина Федорова. Тамара Иванова очень правильно, можно сказать так, оттеснила корпусом нападающую, и мяч укатился за лицевую линию. Так вот, сильный перевод сейчас направо и потеря, очень небрежная передача, ее опасный момент. Что показывает судья? Малый угловой сейчас будет. Да, ну вот. А нет, не малый угловой, будет штрафной бросок сейчас в ворота Казани. Да, вот это неожиданно. На ровном месте привезли просто этот штрафной бросок себе команда «Динамо» Гибридный «Авиапром». Передача с фланги на фланг, конечно, делать нежелательно. Так, бросок. И вот это да, Малахова спасает ворота. Прекрасный бросок. Прекрасный сейв. И счет остается 0-1. Вот это, конечно, отлично. И сейчас, может быть, вот на этом эмоциональном подъеме получится забить у наших хоккеисток. Отлично, отличная игра Марии Малаховой. Вот снова сейчас атакуют пока гости. Хороший перехват. И Булхова с мячом. Пас сейчас был в центр, но так никто за этим мячом и не побежал. И снова по левому флангу атакуют киски «Метростроя». Давайте посмотрим повтор. Да, очень-очень красивый момент. Правильный угол выбрала, куда прыгать. И уверенно отбила этот мяч Мария Малахова. Это, конечно, должно завести наших девчонок. И должны постараться сейчас в конце первого тайма отыграть этот дефицит, забить один мяч и уйти на перерыв хотя бы при ничейном результате.
вот сейчас неплохо Имранова очень технично приняла мяч. Успеет ли к нему? Да, успевает. И пока у нее остается мяч. И хорошо, что сейчас перехват Ласточкина. И вот в центр хорошая передача Камила Анварова. Против нее нарушает правила, она падает и мяч останется у хоккеиста Казани. Вот сейчас на левом фланге там свободное пространство есть. Шабурова разворачивается в центр, и, ну, это вот уже нарушение, мне кажется, попахивает удалением двухминутным. Но нет, судья показывает, что это не нарушение, просто не нарушение, точнее, которое тянет на удаление, а просто штрафной удар, и не смогли реализовать эту атаку наши хоккеистки. Снова нужно защищаться. Этот пас сейчас в никуда был. Ольга Шинцова выбивала мяч и неудачно. Иванова, к сожалению, сделала неточную передачу. Вот сейчас на правом фланге развивается атака. И хорошо сейчас Кириллова отработала в защите. Перехватила мяч. Ну вот сейчас есть свободное пространство, можно разбежаться. Шабурова передача и просто аут. Шабурова. Ну вот около круга удара можно попробовать обыграть там защитницу, войти в круг удара, может, нарушит правила хоккеистки Санкт-Петербурга. Ну, пока что позиционные атаки не получаются у казанских девчонок. Иванова. Хороший перевод сейчас направо. Ашурова. Шабурова, но сейчас вот попробуй обыграть, да, вот и сразу же нарушает правила. Сразу же нарушает правила защитницы Метростроя. Иванова, прострел. И, к сожалению, перехват. Ну вот сейчас снова защитница Метростроя приходится просто вот так вот выбивать мяч, чтобы разрядить немного ситуацию. А сейчас Иванов, смотрите, как красиво обыгрывает двух защитниц. Ашурова должна догнать этот мяч. Догоняет. Прострел. И малоугловой зарабатывают, да, наши хоккеистки. Молодцы. Хороший сейчас. Атака была, перевод направо. И Ашурова прострелила. И мяч, похоже, в ногу попал защитнице. И вот шанс в конце первого тайма сравнять счет. Остается всего лишь 3 минуты до конца первого тайма. Ашура будет подавать, как и в первый раз. Итак, внимательно смотрим за этим малым угловым. Подача. Шабурова, бросок. Бросок и хорошо играет вратарь Анна Пахнова, но сейчас будет повтор малого углового. Дмитрий Жабин там около ворот что-то объясняет кисткам Метростроя. Итак, подача еще одна. И сейчас мяч, к сожалению, подпрыгнул перед клюшкой Кирилловой. Но так продолжается. Кириллова.
вошла в круг удара, но, к сожалению, здесь Чугурдаева внимательно сыграла, и мяч ушел за лицевую линию от наших нападающих, к сожалению. Вот уже три малых угловых в сегодняшнем матче подали хоккеистки Казани. К сожалению, ни один не получилось реализовать. Счет 0-1 по-прежнему. Вот сейчас перехват в центре. Булхова. Вот хороший перевод. Ты Ермолаева. Посмотрим, что придумает. Сохранили мяч. Молодцы. Анварова борется там защитница. И нарушение правил все-таки. Очень жесткая была сейчас борьба. Но это, конечно, хоккей на траве, контактный вид спорта. Ничего страшного. Это все игровые моменты. Шабурова. Иванова. И да, вот подсказали ей, что сзади может сейчас перехватить мяч. Федорова и спокойно отыгралась назад Иванова. Шабурова. Может, сейчас что-нибудь получится. Обыгрывает одну, вторую и нарушение правил. Нарушение правил. И остается 25 секунд для того, чтобы успеть бросить по воротам. Ну, а вместо этого Ашурова делает абсолютно непонятную ни для кого передачу. И сейчас, через 10 секунд, первый тайм закончится. Закончится со счетом 0-1 в пользу команды «Метрострой» из города Санкт-Петербурга. Но игра очень интересная, и надеемся, что наши хоккеистки во втором тайме сумеют забить несколько мячей в ворота соперницы. А пока отдохнем, перерыв.